192 миллиона рублей удалось сэкономить правительству Иркутской области в 2017 году на социальной помощи населению. Об этом накануне шла речь на совещании руководителей региональных ведомств с представителями муниципалитетов. Внушительная экономия стала результатом изменений в условиях предоставления льгот. Доход ниже прожиточного минимума в этом году смогли доказать далеко не все жители Приангарья, которые раньше имели право на соцподдержку и получали ее. К примеру, в Ангарске в 4 раза сократилось количество детей, бесплатно питающихся в школах, зато сам школьный обед подорожал. Стоимость повысили за счет сэкономленных денег. Адресность, она остается определяющей. И очень сложно переходим на адресность. И тем не менее мы видим, что действительно необходимо помогать только тем, кто в этом реально нуждается. Не плодить иждивенчество, а помогать лучше в большем объеме тем, кто действительно не может без этого обойтись. Освободившиеся миллионы Минсоцразвития планируют также направить на индексацию детских пособий, ежемесячных выплат от 1,5 до 3 лет и вознаграждение приемных родителей. Рост выплат сибиряки должны почувствовать уже в январе 2018 года.